приходите, попробуйте, очень вкусно, все, мы вас приглашаем и ждем. Доказано профессорами и учеными, самогон, ну, если это называть самогоном, он предотвращает алкоголизм, потому что это не чистый этиловый спирт, который вызывает, в принципе, алкогольное заболевание. Эффект опьянения мягкий дает, и потом эффект похмелья, он тоже растягивается на следующий день, на целый день. И поэтому нет такого удара, как от водки по голове обухом. Делаю яблочные зерновые дистилляты. Вот. А из них делаю потом или настойки, или просто в чистом виде. Самогон – это полезный продукт, если его хорошо сделать и правильно. И желательно, конечно, только хлебное использовать, сырье. И тогда это волшебная вещь. Дистилляты, они активируют рецепторы, которые содержатся в организме человека, и помогают справиться с похмельем. Замечательные напитки. Я пока пробую второй напиток, но надеюсь побольше попробовать. После алкоголя грех как бы не поправиться чаем. Это для наших гостей, чтобы у них всегда было хорошее настроение, и они в столь осенний промозглый день всегда были в тепле и с хорошим настроением. Не болеть, не хворать, и всегда чай наш попивать. Здесь сейчас собираются первый четверг октября лучшие самогонщики страны. Во всем нужна своя мера, в общем-то. Почему нет? Если человек выпивает, то пускай выпивает. Это в любом случае часть нашей культуры, по крайней мере. И у нас достаточно богатая история, если не брать в расчет те годы, когда в стране выпускался ректификат. Сегодня мы впервые стали гостями алкосаммита. Такое интересное событие, гольф-турнир. Кто-то пьет, а мы предоставляем вкусную закуску свежую. Проводится второй чемпионат России по самогонному варению. Вот. Мы участвуем, хотим привести для людей очень качественные напитки. У нас лозунг у нашей команды блондинов – качественный самогон в каждый дом. Судя по тому, что это мероприятие проходит сегодня в восьмой раз, конечно же, оно нужно. Если бы люди не спрашивали ежегодно, а когда же в этот раз будет алкосаммит, а когда же это случится? Если бы люди не откладывали какие-то свои важные дела, поездки за границу и не приходили бы сюда специально, ну, наверное, мы бы в восьмой раз не проводили бы. Это одно из лучших мероприятий, на котором был. Ничего здесь не добавить, не убрать, по-моему, все идеально. Скажу честно, пейте натуральное, пейте сделано либо самим, либо кем-то, именно домашняя продукция на сегодняшний день в тренде. Я считаю, что это нужно движение расширять, и в каждом регионе должно быть такое, потому что учиться на чужом опыте – это гораздо безопаснее, гораздо полезнее, чем делать свои собственные ошибки. На мой взгляд, самогон, в общем, закусывать островатой закуской, но в то же время такой сытной, чтобы она была с должным количеством, так сказать, всех и пряностей, и кислоты нужной там, и так далее. Такие события, как алкосаммит, они ничего не дают. Они забирают много здоровья, но, в принципе, перед тяжелым сезоном, который затяжных дождей, снега, холода и слякоти, они вселяют надежду в том, что есть определенные лекарства, которые могут от этого уберечь. Пользы никакой нет. Для русского самогона это вообще ничто. Но в целом это так замечательно. Это так замечательно. Это раскрывает русскую душу. Первое место объявляю Данил Родионов, сыновец. Расскажи землянам о себе. Сюжет мы снимем даже на Луне.